Давай. Всем привет, друзья. Это я немножко разлил воды, включил и ушел на минуту, забыл. Ты Ути будешь давать? Давай, Ути. Кидай. Оп, мячик. Мы только что, всем привет, были... Ой! Были в огороде, рвали арбузы. И Артем себе нарвал маленьких. И, ну, они не спелые, конечно, ну, гляньте, огород. Вот так. И он уточкам дает, да? Давай разобьем, давай. Ролик Марина снимала, я был без телефона, снимала Марина, поэтому будет у нее на канале. Ролик, ссылку на ролик я оставлю вам в описании здесь под этим видео и в комментарии закрепленном. Кому будет интересно, какие наросли у нас арбузы, переходите, смотрите. И кабачки у нас вот такие, опять уже в который раз их надо рвать. Ванюшка, мы нарвали только что и кабачков. Ванюшка принес кукурузы. Ты сейчас носом нырнешь туда. Кукурузы принес уткам, кроликам кинули. Ну, а мы принесли кабачков, да? Где кролик? Залазь до кролика. Вот туда он. Не-не-не, внизу, ты внизу лазишь до кролика. Где внизу кролик? Открывай нижнего. Да, открывай. Тот нельзя. Этого не надо. Нижний, давай, открывай. Все, обиделся, запретил верхнего открывать. Характер стал проявлять и обижается на нас. Артем! Ладно, сейчас привезу кабачки. Ты забрал у уточки, да? Сюда залазить хочешь? Или что? Уточкам давать, сейчас будем давать. Ну залазь, залазь, седай. Давай, седай. Опа! Во! Все, едем. Едем. Неудобно. Кыш, утки, чтоб не наехать ни на кого. Кыш. Кыш-кыш-кыш-кыш. Вот так. Все. Приехали. Приехали. Вылазь. Давай уточке давать кабачок. Утки любят. Давай. Давай разрежем. Ой. Смотри, как ждут. Утки ждут, да? Мягенькие. На. Ты будешь давать? Вылазь. Давай достану. Давай, вылазь. Опа. На. На, клади. Давай, аккуратно. Ой, надо перемотать. Вот так. Клади туда. Клади, клади. Ой, опять в это. Ты сейчас накормишь, всех побьешь. Да, ням-ням. Давай разрезать. Вот так, смотри. Оп. На. Клади уточки туда. И сюда клади. На, сюда давай. Давай. Опять перевернул. Вот то еще помощник. Вот. Вот еще давай. Пусть кушают, да? Вот так. Да, машина нарисована. Да. Давай, уточка. Клади. Клади, клади. Во. Вот. Еще. Давай я так еще разрежу. Давай. И усочки хочет, да? Да, кушаю. Вот. На. Клади уточку. Давай. Давай, ням-ням. Кидай. Кидай. Аккуратно. Во, все. А это на потом. Все. Давай, поехали. Поехали. Бери. Пошли. Залазишь? Ну давай, сейчас я нож положу. Сейчас. Свиньи уже орут вечер, хотят кушать. Сейчас будем и свиней кормить. Садись. Давай. Оп. Все, поехали. Да, туда едем.
На потом кабачки оставишь, да? Давай. Перекладывай туда. Вот эти, бери туда, клади. Давай. На. Клади туда. Давай, молодец. На. Давай, клади. Молодец. На. Молодец. На. Молодец. На. Давай, так. Оп, молодец. На. Клади. Туда. На. Большой. Все, все переклали, молодец. Давай, тачку несем на место, вот сюда. Кидай. Опа. Все, поехали. Поехали на место поставить. Вот так с Артемкой сильно не поработаешь, ему все не нравится. Ты куда хочешь? Кататься? Уже все. Знаете, что я вам хотел показать? Посмотрите, уже видно отсюда. Гляньте, что Дунечка придумала. Открывай. Открывай. Да. Дулька. Да, водичку пью. Да, а ням-ням где? Ой, а где ням-ням? То водичка, кушать где? Вот там, да, правильно. Давай цыплятам кушать. Цыпи кушать, давай, кидай. Не, водичку не надо двигать. Кушать кидай. Залазь, бери. Залазь. Дулька начала нестись. Залезешь? Нет? Надо отсюда залазить, да? Короче, Дулька сегодня вон снеслась. Полезешь туда? Давай, лезь. Давай, ножки засовывай. Ножки. Оп, аккуратно. Ой, бери яичко. Бери. Бери яичко. Давай. Еее, Дулька снеслась. Вылазь теперь аккуратно, голову высовывай. Вот так. Еее, опа. Все. Да. Что это, яичко снесла курочка, да? Машина на футболке, да? Вот так. Все. У нас, друзья, опять вернулась жара. Давай яичко мне, давай. Вот так, Дулечка снеслась. У нас опять жара сумасшедшая. Сегодня было 38, просто нечем дышать на улице. Ой, это яичко хорошее, да? Цип-цип, скажи, да? Это цип-цип. Только... Ой, аккуратно. И там є цип-цип. Ой, цип-цип маленький, да? Вот такі хороші. Водичку п'ють, да. Ой, хороші. Давай, яичко, давай. О, какі хороші. Ти зараз упадеш, і яйцо полетить куди угодно. Давай. Давай мені. Все, закривай ципочок, щоб не убіжали. Закривай. Короче, знаете, что я думаю? Вот, вот те цыплята, что вот тут яйцо тебе надо, да? Ты типа достал. Ну, короче, хана яйцо разобьет, да? Нет, не надо ням-ням. Это мы дома будем жарить тебе ням-ням. Будешь? Аккуратно. Давай. Давай. Вот так. Короче, что я думаю? Вот этих всех больших и черных кур, и цыплят всех, которые вот здесь вот в загоне, отнесу туда на общий двор, как бы сейчас зима, мне не надо никого не разделять, ни от черных яйцо, ни на инкубацию, ничего, я все равно все собираю на еду, это может будет завтра или послезавтра, это так себе планы небольшие строю, мы только приехали домой, в общем... Успели сходить по арбузы, и уже темнеет. Короче, вот такие вот тут дела.
перенесу всех цыплят, ну, всех, они уже там петухи, куры, бентамок в кучу посажу, а всех остальных заберу туда, на тот двор. А вот этих всех цыплят, вот этих, и те, которые вот там в клетке, всех выпущу туда в загончик, и уже пусть они там живут, как бы. Окно, окно вот тут, стекол нету, нужно окно столетнее старое выкинуть, там есть два окна с другого окна, целые поставить, ну, как бы, чтобы там было тепло, ну, и все, они будут тут уже, пока не начнут кукарекать и нести яйцо, думаю, к Новому году занесутся. Так что, вот такие вот планы. Да, Артем? Куда ты едешь? У тебя своя тачка? Да? Хотел сегодня выпустить гусят и утят, те, которые постарше. Но это надо сделать с утра, чтобы они тут день освоились, потому что на ночь не хочу. Уже, наверное, завтра. Завтра. И меня просили провести воскопирование. Там есть одна утка сидит. Вот, а вторая утка села на яйца. Есть третья утка, которая сидит давно. И есть одна, две, три, четыре. Четыре курицы сидят на яйцах. Вот можно провоскопировать. Пишите в комментариях, нужно провести воскопирование вместе с вами или не нужно. Ну, в общем, вот такие дела. Артем, аккуратно. С Жанкой пошел обниматься. С Жанкой, с Найдой. Все путаю их клички. Аккуратно. Он ее обнимает, но я все равно слежу. Она очень добрая собачка. Но чтобы он нечаянно ей не сделал, ну, как бы не придавил или не наступил на лапку, чтобы она не огрызнулась к нему. Ну, короче, вот такие дела, да? Все, друзья, такой небольшой тут вам ролик с Артемкой. Все хорошо, ну, а про арбузы ссылку на ролик оставляю вам в описании под этим видео. Смотрим. Я пошел сыпать свиньям, потому что ведут себя так, как будто месяц ничего не ели. Вот они такие крикливые, молодые. Только услышали, сразу начинают завывать. Старые свиньи молчат. Я сейчас пойду, мы вот арбузы ели, как бы очистки от арбузов, ну вот эта кожура. Сейчас пойду свинюшкам рассыпем, целая миска большая. Ну вот такие вот дела. Все, мама открыла там. Давайте вам и этих покажу, малышей, раз уже мы тут с вами. Да, Манюшка? Вот так. Тут все хорошо у цыпочек. Никого не пересаживал. Ну, я имею в виду, того цыпленка не отсаживал. Корм, водичка есть. Когда у птички немного малышни, то воду меняю. Ну, не меняю, можно сказать, а новую ставлю один раз в сутки. Вот на ночь, чтобы у них с утра была чистенькая. Как бы вот только что набрал. Корм у них там есть. Ну, и в общем, с ними тут легко. Их и просто. Так что... Вот так. А, конечно, когда цыпочек побольше, то и утром, и вечером это законно. А вот это еще сейчас тоже поменяю. Ей ставлю вот так чуть-чуть воды. Ну, потому что нет смысла ставить полную. Где твои детки? Покажи. У них... Ой, у них что? У каждого своя... А, нет. Я... У каждого своя комната под крылышками. Покажи, деток. У нее два штучки. Вот как раз, если проверим яйца, узнаем, когда будут еще цыплята. Я думаю, что отдам всех цыплят вот сюда этим. Но бьются петухи. Знаете, что еще хотел добавить? У меня же куры сидят. И те, и те, и те сидят. Ох, и свиньи орут, как будто никогда не ели. Сидят куры в помещениях, где другие есть куры. И они им подносят, и подносят, и подносят. Я стараюсь каждый день выбирать из-под них яйца, но бывает забываю, и потом на следующий день думаю, там уже начал развиваться зародыш, или можно его еще забрать. Короче, не ясно. Ну вот сегодня это все и проверим. Да? Пишите в комментариях, будем проверять, его скопировать или нет. Вот такие дела. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.